В преддверии Дня педагога наши коллеги телеканала «Озерный Инкомсеть» сняли сюжет о воспитателе в детском саду. Ведь такая работа требует от педагога полной отдачи. Подробности в нашем следующем материале. Свою профессию Лариса Григорьева выбрала, будучи еще школьницей, и посвятила ей всю жизнь. 29 лет назад она пришла в детский сад «Звездочка» ЗАТО «Озерного» и по сей день продолжает воспитывать малышей. Мне всегда нравилось работать с детьми, именно с маленькими детьми. Ни в школу не хотела, а в детский сад хотела. И когда каникулы, ну, когда уже была старшая каникулы, я на каникулы всегда подрабатывала в детском саду. Вот 10-й, когда класс, 9-й, я ходила подрабатывать. То есть мне нравилось работать с детьми. Это мое вообще просто вот люблю детей, люблю. И вот как бы вот так пришла к этой профессии. Занятия, зарядка, прогулка, обеды, завтраки и ужины. А также успеть поиграть и ответить на множество любопытных вопросов. Каждый день расписан по минутам. Не просто признается Лариса, но без работы и без детей не представляет своей жизни. Потому что в ответ получаешь гораздо больше – любовь своих воспитанников. В работе педагога важно не только учить, но и любить свое дело, детей, несмотря на то, что все они разные, каждый со своим характером, и, конечно, понимать их. Я, например, очень счастлива, столько я вообще даже не представляю без работы свою жизнь, вот без имени. На детей маленьких представляю, чтобы быть дома – это счастье. И молодежи хочу пожелать, чтобы молодежь тоже стремилась как бы любить детей. Не так просто, что пришли, отработали, ушли, а чтобы вот с детьми находили подход к родителям, к детям. И самосовершенствовались, то есть развивались. А то сейчас молодежь поработает немножко, раз и уходит. Как и в любой другой профессии, в профессии воспитателя важно постоянно учиться, изучать новое и самосовершенствоваться. В этом году Лариса Валентиновна примет участие в ежегодном конкурсе «Педагог года».